Сегодня 28 сентября 2019 года, суббота. Внезапно резко изменилась погода, дождь, даже снежинки падали. Ну, сейчас как-то легче. Я приехал, машина нужна, самосвал вывезти, тут пни мы напилили на бывшей кузнице. Посмотреть, что тут у него делается, у Игоря Александровича Барабаша. Вот этот самый склад, 720 квадратных метров делали который. Вот он почти весь, больше половины, ну, заполненный зерном, пшеницей. Там дальше ячмень. Вот как сделано. Это машина вот эта, 300 тысяч стоит вот эта маленькая машинка. Ну и дальше все как современно. Все говорят, а почему раньше не делали так? Кто его знает, почему? Вот здесь он сено вчера возили, позавчера возили, вернее. Я видел, вот сколько я посчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 6. 72. Вот 720, и здесь 72 тюка. Вот какие. Какая плодородная земля здесь. Где такая? Вот приехали там близ Кулунды, да хоть несколько тюков у него выпросили. Вот. Так а там он, дальше-то у него с прошлого года еще сколько осталось, еще больше этого. Вон там дальше, видать, за этим бензовозом. Сейчас покажу здесь. Начал с нуля. Не воровано у них грамма нет, его обворовывали. Бульдозер худенький, все старенькое, но все на нем работает. Все за него молятся, все ему друзья. Сын он закончил университет, а Терентий с ним работает. Здесь. Ну и дальше там разная техника большая. Я без него, правда, здесь хожу. Его нет сегодня, он уехал по делам своим. Ветер, красота. Деревья, правда, облетают уже. Осина еще держит листву. Да благословит Господь брата Игоря, жену Елену, Терентия и Еремия. Еремия учится в городе. Зовут просто Ерема. Какая красота. Вот вы знаете, я покажу на коровнике его, вот этот вот коровник. Раньше у него было 36 крупнорогатого скота. А я говорю, овечек сколько? Да не считал. Никто не знает, когда он спит. Он работяга. Работает. И нигде никакие не идут отсюда делегации, чтобы Путина изгнать. К примеру сказать, шаманы. Если шаман, это от дьявола. Если сатана разделился, не устоять такому его. Так что тут вот как несутся облака. Я покажу на антенну, сравните на антенну, смотрю, как меняется, куда ползет. Вот. Видно, большой ветер дует. Вот на одном месте стою, и видно, как облако ползет. Вот это белое там, более белое. И с чем-то тут сравнить. Вот так. Я тут с самого начала снимал, как у него, что здесь было. Там второй склад. Вот тот склад поменьше. Там горох. Много гороха. Нынче 73 гектара было гороху. Ну, нынче урожай везде как в два раза почти меньше, чем в прошлом году. Дождей не было. А вот через склад смотрю, и там даже, видать, деревья колышутся. И лен, семя льняное, 24 рубля килограмм. Вот смотри, деревья, вот насчет деревьев, смотрите, как облака быстро движутся, несутся. Вон там. Все, да будет благословенное это место.